привет! Сегодня я варю кальмары по новому рецепту. Придумал сам. Поставили воду. Вода закипела. Подсолили. Убавляем огонь. Кальмары я помыл. Опускаем в кипящую воду. И засекаем время. Лопнешь, Санек. Все, кальмары наши готовы. Как я придумал? Ну, скажи, сколько минут? Сколько все минут? Было показано, сколько минут. Готовы. Теперь мы достаем, снимаем шкурку, чистим и употребляем в пищу. Это событие у нас происходит после встречи с корреспондентом. Пришли голодные. Тем временем, пока я варил кальмары, на соседней сковородке происходит жарит зажарка макарона с колбасой и с яйцами. Вот так у нас на два фронта. Два кулинара. Великий кулинар. Ну, все, сейчас будем чистить. И попробуем. Чистить. Попробуем. Яичница еще не пожарилась, я ее накрою сейчас крышкой. И все. Ну вот, все, что получилось с двух кальмарчиков. Я пленочку сейчас поснимала. Там особо нечего снимать. Ну, снимем для порядка. Промыли в воде, все, можно есть. Как вам понравился рецепт? Пишите, не скупитесь на комментарии. Нашел я еще майонез на перепелином яйце. И можно украсить майонезиком чуть-чуть, вот так вот. И будет вкусняшка. Что мы сейчас и сделаем.